Читаем добротолюбие. Не будем осуждать кого-либо, ибо не знаем, как он ведет себя в келье своей или как трудится пред Богом. Не будем осуждать, если увидим, что он смеется или разговаривает, ибо не знаем, каковы расположения его в келье. Каждому из нас надо быть внимательным к себе, потому что каждый из нас за себя даст ответ Богу. Преподобный Ефрем Сирин. Боже!